У Львова просто нет другого варианта, как привезти в Киев на сегодняшний день. Мы четко знаем, что мы можем до 200 тонн принять в сутки. Конечно, есть цифры, которые мы готовы принимать. Если будет больше, мы это принимать не будем. Последнее слово остается за Киевом и за заводом. Сегодня приехало 10 фур, но 1 августа мы физически не сможем принимать отходы со Львова в Киев. На цих моніторах ви бачите, от працюють на заводі завжди майже три котлоагрегати, три печі, величезні печі. Висота кожної печі котлоагрегату 12-поверховий будинок. По прошлому году мы сэкономили, город Киев в частности, на, в секторе теплоснабжения порядка 300 миллионов газа. Мы не занимаемся перевозкой, мы его только принимаем. Часть этих подходов мы планируем сортировать, насколько позволяют мощности, все остальное на сжигание.